Приготовим самый простой и пышный хлебушек. Теплую водичку наливаем. Сахарочек. Сольчик. Дрожжи. Масло подсолнечное. Перемешаем все. Муку просеяли. Замешиваем сначала ложкой, а теперь руками. Должно получиться мягкое тесто. Накрываем и убираем в теплое место. Когда тесто поднялось в два раза, смазываем форму маслом подсолнечным. И начинаем формировать хлеб. Что-то похожее на хлеб положили в форму, накрываем и ждем минут 20. Оно вырастает в два раза. Если хотим, делаем надрезы, если хотим, не делаем. В духовке 180 градусов, его на 30-35 минут туда. Когда остыл, вышкрубываем его лопаткой. Аккуратно, потихонечку. И получаем такой вот хлебушек. Жми его и кайфули делай.